Итак, всем привет, с вами Гриана Шоу, и сегодня я покажу, как можно летать по всей карте в Lambert Icon 2. Поехали! Итак, приступаем к багу. На самом деле, построить его очень просто. И первое, что нам нужно, это вот такой маленький трейлер. Покупается он в магазине машин на другом острове. То есть, вы просто переезжаете по мосту на другой остров, и, думаю, вы там этот магазин найдете. Также нам понадобится стул. Чертеж его можно купить вот в самом первом магазине, Woodrass называется, он всегда открыт. Также нам понадобится вот такой пол, это первое. Второе, нам тайл вот этот понадобится. И третье, что нам понадобится, это вот этот large floor. Все, больше нам ничего не понадобится. Первое, что мы ставим, это 4 тайла. Ставим мы их просто в любое место, которое заходим. Давайте я немного отодвину от края моей базы. Вот, мы 4 штуки вот так вверх поставили, заполнять их не нужно. Достаточно просто их поставить. А когда мы поставили 4 тайла, мы берем флор и ставим его вот здесь справа, получается. Обязательно справа, потому что слева, ну, у вас просто не сработает. Итак, когда мы это все сделали, теперь мы берем large floor и просто ставим одну такую платформу сзади вот нашей конструкции. Когда мы все построили, осталась самая сложная часть. Вам нужно иметь друга или второй аккаунт. Ну, в моем случае это второй аккаунт. Итак, смотрите, что мы делаем. Я беру вот этот маленький трейлер и начинаю его передвигать. Потом перехожу на другой аккаунт и беру стул. Вот, давайте я его сейчас возьму. Все, я его взял. И теперь смотрите, что мы делаем. Итак, вот я поставил как надо. Теперь мы просто... Итак, вот я поставил примерно. Итак, вот я поставил в нужное положение, и сейчас просто переключусь на второй аккаунт. Вы можете попросить это друга, никто не запрещает. Так, я переключился на второй аккаунт, теперь мы берем стул, передвигаем его и ставим обязательно, то есть на пол. То есть сейчас я вам покажу, вот, чтобы он касался вот этих черных, то есть получается, тайлов. То есть вот он вот так касается, теперь мы переключаемся снова на основной аккаунт. И нажимаем E. То есть все, мы поставили. И теперь будем проверять, работает ли баг. Итак, садимся и респавним. Если вас убило, то это первый признак того, что баг работает. Давайте сейчас полностью убедимся в его работе. И я научу вас, как им пользоваться. Итак, сейчас, смотрите. Мы респавним маленький трейлер и быстро садимся в стул. У меня сейчас это не получилось. Давайте еще раз. Так, это не получается с первого раза у меня. Почему-то странно. Так, вот. Все получилось. Баг сработал. Так, теперь мы просто нажимаем пробел, и нас вот так выкидывает из этого места. Давайте я пока что включу Shift Lock. С помощью этого намного удобнее будет перемещаться. Итак, давайте. Сейчас самая главная задача — это нам просто выбраться из земли. Все, мы выбрались. То есть баг готов. Перемещаться можно с помощью кнопки вперед и вправо, ну или влево, без разницы. Но просто если вы зажмете вперед или назад, особо это работать не будет. Так что давайте я вам сейчас покажу. И первый способ — это доходить до пальмового дерева. Например, когда вы дошли вот, например, до этого острова, на вашей базе может стоять друг и просто перереспавнить этот трейлер. Или же еще один способ — просто перебраться на другие острова. То есть вы можете спокойно преодолеть океан, и это вам не составит никакого труда. Итак, второй способ — это использовать для поиска спуки дерева. Оно спавнится только на скалах и только в Хэллоуин. Поэтому вот такая вещь будет отличным решением для поиска спуки дерева. Итак, третий способ — это просто путешествовать с помощью этого места. То есть опять-таки находить всякие секретные места.
например, вот сейчас я потратил где-то 15 секунд и уже у золотого дерева. Я думаю, это очень хороший результат. И с помощью этого вы реально можете находить всякие секретные места, пещеры, там хоть что. Но все-таки рекомендовано иметь друга, чтобы на базе он мог всегда вас отцепить от трейлера. Ну, представим, вы что-то нашли и хотите это, то есть, осмотреть, но не можете, потому что вы на трейлере. Поэтому рекомендую вам, опять-таки, этот баг делать с друзьями. И с вами был Крайник Шоу. Всем удачи, всем пока. Кстати, смотрите, какое я дерево тут одинокое нашел. Оно практически на краю растет. Ну, в общем, всем пока.